на канале «Россия-1» состоится премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Все как у людей», выход которой ожидается 2 октября. Сюжет сериала разворачивается в небольшом городке Междуреченске. Именно в него, из Москвы, переводится старший следователь Следственного комитета Кира Ардова. Ей предстоит выяснить обстоятельства смерти местного бизнесмена Виктора Бокова. Напарником Ардовой назначают оперативника Олега Вебера. Он не в восторге от решения начальства. И отношения с новой, требовательной коллегой совсем не складываются. Вебер не может понять, что могло заставить ее бросить успешную карьеру в столице и поселиться в провинции. К тому же он считает, что Ардова заняла место его друга, опытного следователя Парфенова. Вскоре выясняется, что смерть Бокова не несчастный случай, а убийство. Первая подозреваемая – его вдова Наталья. Свекровь Натальи Галина уверяет, что у сына с невесткой была обычная семья, как у всех. Однако собственный опыт подсказывает Кире, что в этом деле все не так, как кажется на первый взгляд. Главные роли в сериале исполнят Ольга Ломоносова, Дмитрий Ульянов, Надежда Озоркина, Михаил Явланов и другие. Премьера 4-серийной детективной мелодрамы «Все как у людей» состоится 2 октября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.